На берегу Японского моря, в городе Владивостоке, в семье тюленей родилась долгожданная малыш. И с ним приключилась вот такая история. Однажды мама взяла его на прогулку, и Владик так увлекся игрой с рыбками и запутался в траве морской. Мама его выручила и предупредила: «Не отплывай от меня далеко, ты можешь меня потерять». «Хорошо, мамочка». Идут Владик, заметил Ганька и Горка, и поплыл к нему поздороваться и доигрался. И заблудился, и не смог найти маму. И Владик оказался на незнакомом берегу. А в это время на берегу ребята собираются мусор. Ребята увидели малыша и обрадовались, и хотели его погладить. Арина сказала, что так делать нельзя, а нужно позвонить по телефону в центр «Тюлень», и специалисты помогут ему вернуться к маме. Так они и сделали. Когда он стал здоровым и выпустили в море, Владик встретился с мамой. «Будь счастлив, малыш!»